Ползать всей семьей. В Павлодаре прошел необычный чемпионат среди малышей «Бэйби Старт». Свыше 30 маленьких участников соревновались вместе с родителями в умении быстро ползать. Для молодых семей такой активный отдых был на пользу. Подробнее в сюжете. Необычное соревнование собрало около 35 малышей и их родителей. Чемпионат нацелен на приобщение молодых семей к здоровому образу жизни. Правила участия просты. Супругам должно быть не более 35 лет, а детям от 6 месяцев до 1,5 лет. Сам чемпионат на что нацелен? Именно на проведение конструктивного такого досуга, укрепление семейных ценностей, семейных отношений. В основном у нас папы работают, мамы дома, немного быт, да, у нас съедает. Тут мы хотим немножко расслабить обстановку, немного, чтобы эта семья у нас сплотилась. Карлыгаш Кабдыкарим пришла на соревнования с маленьким сыночком Адлетом. Ему 10 месяцев. Активные малыш и мама были нацелены на победу. Мы сегодня участвуем в конкурсе. Надеюсь, что мы победим. У меня ребенок очень активный. Ему очень нравится участвовать. Спасибо большое за такой конкурс. За то, что детки тоже могут проявлять себя, показывать свои силы, свою выносливость. Чемпионат состоит из двух этапов. Сейчас идет первый, где участвуют малыши. В следующем будут участвовать сами родители. Соревнование идет на время. Поэтому кто будет быстрее, тот и победит. Первый тур назывался «Алга Бэйби». Здесь участники должны были дойти до финиша, преодолев 10-метровую дистанцию. Разрешалось родителям помогать детям лишь словесно, либо находиться рядом с игрушкой. Второй тур – суперсемейка, где задействованы все члены семьи. «Бэйби Старт» проводится ежегодно. В этом году он уже третий. С каждым разом количество участников увеличивается. Если раньше было около 20 заявок, то сегодня это число достигло более 30. По окончанию чемпионата спонсоры вручали призы и подарки всем участникам. Валерия Степчук, Досымбек Токай, Ертыс Ахпарат.